Итак, ну, что могу сказать? Один из лучших уровней в игре. Вполне заслуженно. Что еще могу сказать? Это мой 101-й пикли демон. Конечно, вроде как, да, вроде как 101-й. Сорян, что выкладываю его так поздно. Уже давно прошла та неделя, на которой он был виклик. Но просто мне нужно было наложить на второе прохождение музон, и мне было это очень лень делать. Вот. Просто лень. Поэтому скоро его выложу. Сейчас 30 мая. Ну, мне кажется, ребята, это лучший левел в игре, честно. Лучший виклик, лучший левел, в который я играл, по крайней мере. На это есть причины, ну, я так думаю, если вы видели хоть один раз уровень, вы поймете, почему. Тут, как бы, тут даже объяснять не надо ничего. Но единственное, что могу сказать с точки зрения геймплея, этот уровень просто потрясающий. Когда я играл в уровень Бли, мне очень понравился уровень... сейчас найду его. Full Apart. Вот. Мне он очень понравился тоже. Это был один из, ну, первых по факту уровней, прям были таких вот, прям, выдающихся. И, конечно, удивительно. Вот смотришь сейчас на креатора и просто думаешь, вот это да. То есть человек реально очень сильно вырос за, получается, год или уже 2 года, я не знаю. Я не помню. Ну, короче, он очень сильно вырос. Так что, Бли, большой молодец, респект. Наверное, это все, что я хотел сказать.